PCP-винтовка Asilcon MX-8 Camo Max 5 в комплекте с правильной пружиной, двумя магазинами, масленкой и инструкцией. Интернет-магазин «Попади в десятку»! Эта модель выполнена в винтовка выполнена в компоновке Bullpup, а пластиковая ложа здесь имеет камуфляжную расцветку. Тыльник приклада здесь резиновый, с цепкой шершавой поверхностью. На прикладе снизу имеется планка для установки каких-либо аксессуаров. Подсечник здесь может регулироваться по высоте. Он у винтовки симметричный, как и эргономичная рукоять. Предохранитель находится на правой стороне. У винтовки два манометра. Один показывает давление ресивера, а другой давление редуктора. Планка для оптики здесь металлическая и надежная. Объем колбы здесь составляет целых 500 кубических сантиметров. Еще одна планка для сошек или вертикальной рукояти есть на цевье. Изначально винтовка поставляется в ослабленном виде, а после усиления скорость полета ее пуль может достигать 273 метров в секунду. На стволе есть внешняя резьба, по умолчанию она скрыта специальной заглушкой. Длина этой винтовки 950 мм, а ее масса 3 кг и 250 граммов. Наличие редуктора позволяет стрелять постоянно с одинаковой мощностью, которая не будет зависеть от того, заправлен ли баллон полностью или уже почти разрядился. На цевье снизу есть винт, на который можно прикрутить, например, дополнительную планку. Здесь же рядом находится и заправочный штуцер. Калибр этой модели 6.35, и в один ее магазин вмещается 10 таких пуль. Все винтовки Asilcon, как и любые другие винтовки в нашем магазине, может купить любой совершеннолетний гражданин. И для покупки не нужны будут никакие специальные разрешения. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.